Здравствуйте. Вашему вниманию представлена лекция «Вакцина профилактика краснухи у детей». Что такое краснуха? Краснуха – это острое вирусное инфекционное заболевание, которое относится к так называемым детским болезням. Название болезни отражает характерный цвет сыпи, который покрывается человек, страдающий краснухой. Причиной краснухи является вирус. Способы заражения. Это передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека. Путь заражения может быть трансплацентарным. В этом случае заражение плода происходит в утробе матери. Заражение через предметы и через третье лицо не происходит. Однократного непродолжительного контакта с больным недостаточно для заражения. Способы заражения. Больной человек является источником инфекции на протяжении 5 дней после появления высыпаний. Преимущественно болезнь атакует детей, посещающих детские сады. Однако бывают случаи заболевания подростков и даже взрослых людей. Краснуха отличается сезонностью своих проявлений, и поэтому эпидемии часто наблюдаются зимой или весной. Вирус сохраняется только в организме человека и быстро гибнет под воздействием ультрафиолетовых лучей при перепадах давления, низкой влажности и подъема температуры. Симптомы заболевания. Инкубационный период заболевания длится около 3 недель, после чего начинаются проявляться первые признаки краснухи. Больного ребенка начинает мучить головная боль, легкие катаральные явления. Затем появляется сыпь, повышается температура тела, возникает легкая лихорадка. Первое высыпание появляется на лице, за ушами, под волосами, после чего распространяется на руки, тело и нижние конечности. Важным симптомом краснухи является увеличение шейных и затылочных лимфатических узлов. Максимальное количество высыпаний отмечается через сутки после появления первого пятна. Сыпь при краснухе отличается овальной или круглой формы. Каждый из ее элементов не превышает 3 мм и не возвышается над уровнем кожи. Симптомы заболевания. Распространение высыпаний происходит толчкообразно. В основном они локализуются на ягодицах, спине и разгибательной поверхности рук. Немного меньше пятен располагается в области лица и шеи. В некоторых случаях диагностировать краснуху очень сложно, так как по ее проявлению часто напоминает скарлатину или корь. Иногда болезнь не сопровождается сыпью, поэтому ее ошибочно путают с острыми респираторными заболеваниями, которые выражаются умеренным поражением дыхательной системы. Больной изолируется на 7-й день после появления сыпи. Возможные осложнения. Это могут быть пневмонии, отит, ангида, энцефалит, артрит, нефрит. Но самое главное, вирус краснухи, он очень опасен для беременных женщин. Во время беременности вирус в первую очередь поражает ткани зародыша и очень легко проникает через плаценту. В первом триместре это приводит к хроническому инфицированию плода, нарушающему его внутриутробное развитие. Часто вирус краснухи провоцирует выкидыши. Чем меньше срок беременности, при котором произошло инфицирование, тем чаще и тяжелее развиваются пороки развития у плода. Например, заражение женщины в первые 8-10 недель беременности в 90% приводит к развитию пороков. Среди них это пороки развития сердца, глухота, катаракта, нарушение умственного развития. Кроме развития пороков, у плода могут встречаться и другие виды осложнений беременности, это невынашивание, мертворождение. Заражение после 20 недель практически не оказывает никакого отрицательного действия на развитие малыша. Но еще раз хотелось бы напомнить, что краснуха входит в состав комбинированной вакцины ККП, прививается в 9-10 месяцев, в 12-15 месяцев и ревакцинация в 6-7 лет. Противопоказания к вакцинации. Но это те же самые противопоказания, как и ко всем живым вакцинам. Это стабильные иммунодефицитные состояния, злокачественные новообразования, выраженная анемия и другие тяжелые заболевания крови. Лица, которые получают длительную кортикостероидную или лучевую терапию. Анафилактические реакции на белок куриного яйца, аминогликозиды, неомицин и другие антибиотики, которые используются в производстве вакцин. Беременность, лактация.
и сильная реакция, развившаяся в течение 48 часов после предыдущего введения данной вакцины. Временные противопоказания: острые заболевания ЦНС, менингит, энцефалит, острый гломерулонефрит, нефротический синдром, острые инфекционные заболевания вне зависимости от степени тяжести, острые неинфекционные заболевания средней и тяжелой тяжести вне зависимости от температуры, больные с прогрессирующими хроническими заболеваниями, больные с обострением хронических заболеваний прививаются в период ремиссии, введение иммуноглобулина или препарата крови, и после прививки возможно появление слабой реакции, появляющейся недомоганием, гиперемией и незначительной болезненностью в месте введения вакцины. Вакцины против краснухи и кори малореактогенны, и поэтому реакции возникают редко. Они появляются в основном на 5, 7, 10, 11 сутки после введения вакцины и могут напоминать легкий вариант заболевания, то есть незначительное повышение температуры тела, кратковременное высыпание мелкой пятнисто-папулезной сыпи, очень редко могут наблюдаться артралгии, артриты, парастезии, боли в ногах и руках. Все эти явления считаются нормальной прививочной реакцией на введение живых ослабленных вирусов вакцины и проходят в течение 1-2 дней. Благодарю за внимание.